Всем привет! Продолжение по Golf Plus. Вот мы начинаем его собирать уже, начинаем промазывать. Вот смотрите, каким образом обрабатываю я автомобили. То есть, кто-то в этих местах всегда старается загрунтовать. Там, где зачищали, вычищали. То есть, крыло уже очень ремонтное, очень сильно его по-хорошему надо было менять. Но так как мы его сделали, здесь я никогда не наношу грунт. Раньше наносил всякие эпоксидные тоже, и со временем от перепада температуры по лету греется машина с этой стороны. Очень даже такая там 60 бывает, если на солнце можете потрогать, там 60 и 70 даже градусов. Поэтому это не шутки. И вследствие этого отпадает грунт. Он становится дубовый, и от перепада температуры он отпадает. Поэтому я не наношу сюда ни грунт, ни герметик, ничего. Все хорошо очень вычищаю. Затем очень обильно все замазываю. Ну, уже после ремонта, после покраски. Очень хорошо все промазываю. Это мовиль. Это делаю я ее сам. Можете посмотреть у меня на канале. То есть такая заводская мовиль, некоторые мовили, большинство мовилей, они высыхают. То есть просыхают и все, и становится такая, как пленочка. Они не работают. Эта мовиль у меня работает постоянно. То есть я вот сейчас намазал, оно все как бы затянуто. Со временем по лету, или можно же когда при сборке собрал машину, можно немножко ее подогреть, там, если зима там или что, подогреть, так немножко пробежать феном, и оно начинает таять и протекает, оно затекает во все скрытые, во все дырочки, во все на свете. И по лету оно опять же начинает подтаивать. Максимум, что здесь, может немножко припылиться, и все. Здесь стоит защита, это скрытая полость, и ничего никогда гнить не будет. Дальше. Кто-то писал мне, что вот это вот тоже не скрытая полость, когда я обрабатывал Audi. Здесь все закрыто. Все закрыто защитой, и поэтому это скрытая полость, она закрыта, она не пескоструется, не омывается водой, ничего такого. Поэтому она закрыта и может преть. То есть появляется конденсат вследствие перепада температур, появляется конденсат на металле, дальше какие-то испарения от самих дисков, въехал в лужу там или что-то в этом роде, испарения идут, они проникают все-таки под защиту, и там остается эта влага. Оно не сильно проветривается и стоит. Кто-то закрывает здесь какими-то грунтами там и все остальное. Еще раз объясняю, я ничего здесь не грунтую. Все эти жуки, которые где-то есть, какие-то небольшие, я их зачищаю и затем обрабатываю мовилью. То есть наношу очень такой хороший слой, могу даже показать вам. Вот смотрите, какой слоина. Видите? Вот. И она начинает таять, она проникает везде, просто везде. И все, она стоит там, это уже проверено временем. Я могу сказать, что это на протяжении 10 лет я так делаю, и оно как бы себя зарекомендовало. Кто-то делает по-другому, можете писать, можете говорить мне какие-то там комментарии, обсуждать, у кого-то свои какие-то темы. Будем разговаривать. Всем удачи, жду вас на канале. До свидания.